Я пошел, например, сейчас в перерыве на скалолазание. Там туалет мужской. Закрыл дверь на щеколду. И начал унитаз отливать. И слышу шаги, такие звуки, как будто музыка. Либо как будто шаги такие тяжелые. Пост. И мне вот показалось, что за мной идет Федорова и такой гигантский полицейский с гигантской фуражкой такой, ну, оперополномоченный с гигантской силой. Там. И еще кое-кто там идет, чтобы меня ударить внезапно сзади. Так в бок по голове, очки вылетают, после этого и избивает меня. И еще один, который в кадык мне врезал. И что все они так вот идут. Ну вот, а когда я выпиваю эссо, алкоголь, то это замедляется, заглушается. Или когда принимаю от тревоги лекарства, которые стоят сейчас очень дорого и все дороже и дороже будут стоить с каждым разом, с каждым месяцем.